Под городом Балыкчи протянута водопроводная система и канализационные стоки протяженностью 170 километров. Все это хозяйство проработало более 60 лет и устарело. По информации водопроводной службы, за последние 5 лет в прибрежном городе задействованы различные проекты по обновлению всей системы. 7 лет распределяю воду для населения. По сравнению с прошлыми годами стало легче с питьевой водой, потому что обновляется старая система, устанавливают новое оборудование. Сейчас ведутся работы в районе дамбы по улице Чолпан-Атинской. Каждый жилой дом в этом направлении будет подключен к централизованной водопроводной системе. Работы по подключению всех потребителей к системе питьевой воды будут завершены через 3 года. Для этих целей уже поступило новое оборудование для замены водопровода протяженностью 15 километров. Заменим 17 насосов на скважинах, и вместе с тем одновременно увеличится их мощность. Установим новое электрооборудование. Кроме того, заменим водопроводную систему протяженностью 7 километров. Вместе с тем в городе строят новую канализационную систему протяженностью 11 километров. При помощи Международной финансовой организации уже поступает новая спецтехника. После первого тендера закупили экскаватор, потом УАЗ. Ожидаем поступления еще одной единицы аварийной спецтехники. В прибрежном городе будет полностью отремонтирована канализация. К работам намерены приступить весной следующего года при содействии Азиатского банка развития. Усен Кульбаев, Эдиль Мелисбек, Бакыт Шаимбетова, ЛАТО 24, Иссык-Кульская область.